have some fun, man. I work all week. You can ditch your plans just to come see me. And when the crowd is moving, put the blame on me. Put the blame on me. Всем привет, ребята! Вы на канале Авакинчинита. И сегодня я решила сделать такое нестандартное пасхальное видео на пасхальную тематику. Это у нас будет 24 часа пасхальной тематики, и, честно, я не знаю, как я до такого додумалась. При этом, ну, у меня, в принципе, было все, ну, как все, из мебели вообще ничего, но это, думаю, мало кого интересует. Для начала я хочу поменять внешность, потому что из пасхального у меня, ну, только похоже на пасхальную тематику. Ну, рад, что вот этот вот костюм курицы, и я думаю его и одеть, потому что особого-то выбора у меня нету. Из волос тоже ничего, поэтому супер. Да, сделала челлендж, и у меня ничего нету. Я думаю, это просто идеально. Сейчас я думаю между двумя тапочками, потому что у меня нету тапочки ни курицы, ни яйца, ни, короче, ничего такого нету. Решила остановить свой выбор на единорожке. Собственно, здесь какие-то носочки, чтобы было более-менее нормально смотрелось, потому что там у меня лодки все такое. Вот это классная анимация, на нее сейчас скидка, но жалко, что мой бюджет мне этого не позволяет. В общем, сделала себе какой-то стиль, сейчас выберу какой-то макияж более-менее нормальный или грим. Короче, грим-кролик, думаю, это прям будет супер на тематику Пасхи. Да, это классно будет. Ну, вот и все более-менее нормально. Сейчас поменяю себе тут в профиле. Во-первых, поменяю обои. Во-вторых, поменяю себе кролика. То есть, и в-третьих, какую-то позу. Более-менее другую. Ну, вот и все, я думаю. Сейчас будем обустраивать дом. Я уже знаю, какой я обустрою. На него недавно была скидка. И, собственно, я его купила, но не обустроила. И сейчас будем обустраивать его. Вот такой вот домик. Собственно, сейчас у меня из мебели пасхальной, ну, ничего нету, но посмотрим. Может быть, что-то выберем. Сразу предупреждаю, что не все буду делать пасхальной тематики, но что-то приближенное будет. Будет, поверьте. То есть близко к Пасхе, но, так сказать, касаться будет. Так, пол у меня из пасхального ничего нету, поэтому пай будет так. Поставлю своего короля и выберу какую-нибудь картину, вот эту наклейку с яйцом. Сейчас здесь у меня будет кухня, и я, в принципе, уже знаю, что я поставлю. Здесь поставлю в углу холодильник, хотя он не в пасхальной тематике, но в нем уже сохранятся типа яйца, а яйца по пасхальной тематике, в принципе, классно будет. Тут, короче, поставлю такие часы, и, в принципе, будет нормально. Ну, честно, мне само не нравится, но у меня выбора нету, я не хочу тратиться, поэтому давайте как-то так. Здесь я хочу поставить в углу какой-нибудь светильник, не знаю, так это аксиолист какой-то, этот светильник, или не знаю, что-то поставлю в углу, но, в принципе, как-то нормально смотрится. Так, я как-то передумала эту курицу здесь ставить, поставлю ее в другом месте. Здесь поставлю стол, тоже, в принципе, пасхальная тематика. Здесь поставлю вот эти вот стульчики, такой тоже, это я покупала именно к Пасхе. Ну, ладно, пусть будет так. Здесь я поставлю что-то, наверное, диван или телевизор. В общем, вот так вот будет. Сейчас осталось только нормально теперь этот диван упаковать. Дело в том, что этот диван из пасхальной тематики, потому что я его покупала у кролика за 10 шоколадных монеточек. Да, я удивилась, но согласилась, потому что диван такой классный. Сейчас осталось думать, как его тут оставить. И здесь поставлю эту эльфелеву башню. Не знаю, к чему она здесь, но пусть будет. Такая полка. Ну, думаю, может быть, все. Ну, раз уж эту вешалку поставлю здесь, вот пусть хоть немножко места забьет. И очень пасхальная тематика у меня получается. Ну ладно, пусть будет. Сейчас обустрою вторую комнату. Это вообще, наверное, будет тут у меня простая комната, потому что нечего мне пасхальной тематики, ну, особенно и таких из комнатных штучек. Ладно, посмотрим. Этого короля я здесь уже поставить не смогу. Ну ладно, окей. Я вынуждена ставить далеко не пасхальную кровать. Ну что поделаешь.
Хочу выбрать какой-нибудь большой стол. Но, ну, в общем, вот так вот как-то пусть будет. И вот такое вот сиденье в виде яйца вареного. Да. И, да, очень пасхальная тематика. Вот так вот сделаю. Да, будет, в принципе, красиво. Здесь там у меня осталась незакрашенная стена. Так, вот эту лампу я оставлю здесь, эту раковину здесь, и закрашу сейчас вот эту стенку. И такой стол нобский, но почему-то это мой самый любимый стол. И вот такие вот стулья. Ну, да, что поделаешь, выбора нету. Так, и сейчас я на этом столе разного понасовываю. И десерты разные, и вино, и сиропы. Ну, в принципе, все. Думаю, да, все вроде как. Больше я не знаю. Разве что единственное, что здесь можно шкаф поставить. Он тоже не особо в тематику, ну, вообще не в тематику не вписывается. И возле кровати хочу поставить какую-нибудь тумбочку. И все. Ну, как-то вроде... Не знаю, ребят, напишите, пожалуйста, хоть немножечко на тематику Пасхи это тянет, или это вообще не Пасха, то есть это просто я обустроила квартиру из того, что было. Итак, я знаю, что я сейчас пойду на пасхальную локацию, чтобы поменять себе фото профиля. Вот, как-то сейчас постараюсь поменять. Вот мой заяц бегает здесь, которого я купила. Вот. Ну, все-таки у нас же типа 24 часа пасхальные тематики, и надо всему, всем методам прикасаться, так сказать. Все, я поняла, я уже, я думаю, на этом наше видео можно закончить. Итак, наше видео подошло к концу, а это означает, что я, если вам понравилось, то думаю, вы поставите пальчик вверх, нажмете на красную кнопочку подписаться, а также напишите любой комментарий. Или же напишите идеи мне для видео, советы. В общем, все. Пишите все, что угодно. Кстати, да, ребят, у меня сейчас такая проблема с Ютубом, что я не знаю, что делать. У меня какая-то инфекционная ошибка. Я просто не знаю, что делать. Если кто-то разбирается в таком плане, напишите, пожалуйста, мне в комментариях, потому что у меня ошибка. Я не могу собственное видео посмотреть. Это какой-то бред просто. Поэтому буду стараться для вас все-таки выпускать видео. Так что да, ребята, спасибо вам большое за просмотр. Всех люблю. Пока.